Привет, YouTube. Решаем 23-ю задачу из сборника Демидовича. Решить неравенство. Сразу же заменяем его на эквивалентное. X минус 2 больше либо равно 10, либо минус X минус 2 больше либо равно 10. Что эквивалентно? X больше либо равен 12, либо x меньше либо равно минус 8. Это и есть ответ.